В парламенте Армении состоялось закрытое обсуждение вопроса о возвращении Азербайджану семи сел Газахского района. Армянский депутат Анна Григорян в ходе заседания призвала официальный Ереван не обманывать общественность относительно этой темы. Как передает Ахарас, об этом сообщает армянская пресса со ссылкой на авторитетный источник в парламенте Республики Армения. В своем выступлении Анна Григорян выразила желание властей Армении передать под контроль Азербайджана село Кярки, Нахчевана, семь сел, включая верхние и нижние Аскипара, Газахского района, а также село Хинзирак. Сообщается, что такой документ уже подписан. Не исключено, что в будущем Ереван признает весь Карабах как неотъемлемой частью Азербайджана. Армянская общественность находится в замешательстве в связи с вопросом Аскипара. Народу уже пора рассказать всю правду, сказала Анна Григорян. Баджарана Джан Гурбан. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.